Говорят, в такую погоду хороший хозяин и погулять свою собаку не поведет. Ну что ж, если вы так и сделали, а сами решили все же пройтись, знаете ли вы, чем сейчас занимаются ваши животные? А давайте посмотрим. Совсем наш пушистый рехнулся. Макс, знакомься, это Дюк. Твой новый братик. Буду предельно откровенна, мне плевать на тебя и на твои проблемы. О-о, просто не обращайте внимания, ясно? Я найду вашего друга. Как здоровье, старина? Пора лично. Класс! Ходишь как зверюга. Слоган мультфильма звучит как «Думайте, они ждут вас у порога весь день». Как раз эту тему раскрывают создатели с большой долей юмора. Оказывается, что далеко не все животные преданно дожидаются хозяев. Первым зрителям мульт напомнил смесь истории игрушек и Зверополиса, такой же веселый и с отменной картинкой. Оно и понятно, режиссерами выступили мастера, ранее уже объединившие свои усилия для создания полнометражных компьютерных мультфильмов «Гадкий я». В общем, что надо, команда. Рекомендована к просмотру маленьким и взрослым. Вернемся к вопросу, на который до сих пор нет ответа. Как молодые 20 с чем-то лет парни заключили с Пентагоном контракт на 300 миллионов? У меня есть крутая идея. Таких, как мы, называют шакалы. Стервятники, зарабатывающие на войне, не выходя на поле битвы. Вроде должно быть обидно. А нам, кажется, уже по нраву этот фильм. Тем более, что в режиссерах значится человек, подаривший нам все части «Мальчишника в Вегасе» и еще парочку отвязных комедий. На этот раз нашему вниманию реальная история пары приятелей, умудрившихся выбить у Пентагона контракт на поставку оружия на несколько миллионов долларов. Вот это неожиданность. В главных ролях Майлз Теллер и Джона Хилл, парни, у которых не только с деньгами, но и с юмором все в порядке, в чем мы убедимся уже сегодня. Нас, наконец, посетит леди Сьюзен. Леди Сьюзен, верно? Она сущая гадюка. Поздравляю, господа, вам нанесла визит главная кокетка Англии. Простите, что без предупреждения. Какое чудо, с вас только картины писать. В основе картины ранний роман Джейн Остин «Леди Сьюзен», который был опубликован только после ее смерти. И рассказывает он о 35-летней вдове Сьюзен. Женщина умело манипулирует людьми, лишь бы побыстрее решить проблемы с жильем и финансами, возникшими после смерти супруга. Главную героиню прекрасно сыграла Кейт Бекинсейл, а режиссер картины Уит Стилман – классик американского независимого кино. Кстати, название картины «Любовь и дружба» было выбрано всей съемочной группой, а позаимствовано оно из одного из ранних рассказов Остин. Кстати, первыми фильм увидели зрители и жюри кино смотра Санданс и дали более чем хвалебные отклики. А теперь и наша очередь оценить хитрый ум главной героини. Никогда не знаешь, на что могут пойти девушки ради своей цели. Главное, чтобы она была достигнута и никто вокруг не пострадал. Всегда даем хорошие советы мы утро на ЭНИСИ, но еще рассказываем о самых громких кинопремьерах.